С начала июня традиционно в городе Киеве проходит выставка «Агро». Это место, где мы можем показать свое основное оборудование, а также презентовать новинки. Сегодня на нашем стенде представлен зерновой сепаратор ПСО-6. Машина производительностью до 30 тонн в час, предназначена для очистки зерна от крупных, мелких, легких примесей. Универсальный крупоцех «Оптиматика 15». Мы традиционно показываем данное оборудование, показываем его в работе, делаем крупу. На сегодня, мы показываем крупоцех при переработке ячменя в крупу ячневую. То есть люди могут посмотреть, как работает оборудование, увидеть качество готовой продукции. Крупа ячневая, трехномерная, пожалуйста. На выставке мы раздаем крупу, чтобы люди могли в домашних условиях попробовать, насколько она вкусная крупа, произведенная на оборудовании нашего производства. Представляем лабораторное оборудование. Практически все наше лабораторное оборудование представлено сегодня. Это и пробоотборник, и рассев лабораторный, и пурка. То есть мы где-то около 20 лабораторных изделий делаем, постоянно расширяем номенклатуру данных изделий. Еще одна линейка зерночистительных сепараторов представлена на стенде. В данном случае это барабанный сепаратор «Луч ЛСО». Это самая большая на сегодня машина из данного оборудования, производительностью до 200 тонн в час. Машина предназначена для очистки зерна, крупных, мелких и легких примесей. Впервые мы на данной выставке представили зерночистительный сепаратор «Горизонт К32». Это наша новинка. Мы ее презентуем на данной выставке. В данной машине увеличена просеивающая поверхность до 32 квадратных метров. Машина способна проводить первичную товарную очистку зерна производительностью до 200 тонн в час. Хотелось бы поблагодарить организаторов выставки, а также всех посетителей, кто нашел время прийти, увидеть наши новинки, пожелать всем успехов. До новых встреч!